Губы – одна из самых главных эрогенных зон. Топ-10 поцелуев, которые рассказывают об отношениях между партнерами. Нежный поцелуй. Этот тип поцелуя является прелюдией к физической близости и описывается как дразнящий и задерживающий удовлетворение. Как правило, так целуются люди, которым очень комфортно друг с другом, и они доверяют друг другу. Шутливый, легкий поцелуй. Обычно таким бывает первый поцелуй. Он означает, что человек желает продолжить отношения, но хочет убедиться, что партнер чувствует то же самое. Поцелуй в одну губу. Этот поцелуй отдаленно похож на шутливый, но более интимен. В этот момент человек целует только одну губу партнера, и это говорит о романтике и настоящей любви между ними. Французский поцелуй. Этот чувственный и страстный поцелуй говорит о том, что партнеры хотят узнать друг друга лучше. Несмотря на страсть, французский поцелуй еще называют проверкой отношений, ведь не каждому понравится столь откровенное проявление чувств. Поцелуй с открытым ртом. Такой поцелуй свидетельствует о физических отношениях и сексуальной энергии. Считается, что мужчины предпочитают именно такой тип поцелуев, потому что он зачастую ведет в спальню. Поцелуй в щеку. Такой поцелуй указывает на дружбу и симпатию между людьми. Если один из влюбленных целует своего партнера в щеку, это может свидетельствовать о заботе, трогательности и искренних чувствах. Поцелуй с закрытым ртом. Если при поцелуе губы закрыты, то это может свидетельствовать о том, что двум людям еще не совсем комфортно друг с другом. Если так целуется пара, которая вместе давно, это может говорить об эмоциональном барьере. Поцелуй бабочки. Один из самых милых поцелуев, в котором не задействованы губы. Люди приближаются друг к другу, чтобы глаза практически соприкасались. После этого начинают щекотать ресницами. Это символизирует молодую и свежую любовь. Ангельский поцелуй. Поцелуй века называют ангельским. Такое проявление чувств говорит о заботе, доверии и комфорте между людьми. Это признак глубоких и сильных чувств. Кусающий поцелуй. Когда партнеры нежно покусывают друг другу губы, это знак глубокой страсти. Это может говорить о том, что пара имеет активную сексуальную жизнь. Такие люди обычно игривы в постели и не боятся экспериментов. И бонусом поцелуй Человека-паука. Такой вид поцелуя появился после одноименного фильма. Если вы целуете свою половинку, когда та лежит вверх ногами, это говорит о том, что у вас еще есть интерес к партнеру и к отношениям.